Привет, я Лена. Добро пожаловать на канал, посвященный моему хобби – раскрашиванию. Это видео посвящено раскрашиванию книг Ханны Карлсон. Несколько недель буду раскрашивать книги только этого автора. В июле я проводила похожий челлендж, только по раскрашиванию книг Джоанны Бесфорд, и приглашала поучаствовать в совместном раскрашивании своих подписчиков. Мы очень здорово с девочками пораскрашивали, поделились друг с другом готовыми иллюстрациями. И также для этого челленджа я пригласила своих подписчиков пораскрашивать вместе со мной книги Ханны Карлсон. В этом видео вы увидите мои готовые работы и фотоиллюстрации девочек, которые со мной вместе раскрашивали. Оставайтесь со мной, желаю приятного просмотра. От Ханны Карлсон у меня есть только две книги из серии «Волшебные истории» – «Заколдованный лес» и «Магический дом». Давайте полистаем, посмотрим на готовые работы. Начнем с «Заколдованного леса», потому что там всего одна иллюстрация. Раскрашен вот такой скарабей. Раскрашен он в марте этого года. Это первая иллюстрация и единственная в этой книге. Раскрашен карандашами, фон сделан акварелью, акрил. Мне нравится. Красивый жучок, интересный фон, немного блестит золотой акрил, но больше нет иллюстраций. Нужно это исправить в этом челлендже. И магический дом, в нем уже чуть-чуть побольше иллюстраций. Такой кот на заборе. Пугало дорисовано. Я раскрашивала эту иллюстрацию для челленджа Ольги Рани «Найди и раскрась». Необходимо было красить пугало, у меня нет готового пугала. Я дорисовала его к этой иллюстрации. Мне очень нравится, как получилось. Девушка с корзинкой. Петушок с мышкой. Это первая иллюстрация, раскрашенная в 2024 году. Так классно, я сделала такую пометку. Котик. Волшебная палочка. Перламутровый фон. Такой разворот. Мне нравится, как у меня получились кристаллы. Они раскрашены карандашами и обведены золотой гелевой ручкой. Огромный кот. Такие необычные деревья. Цветы на черном фоне. Здесь были, по-моему, горошки, ну, пыльца как будто бы. Я закрасила акрилом. И вот все думаю, когда пролистываю книгу и вижу эту иллюстрацию, может быть, нужно было вместо вот этой нарисованной пыльцы сделать пыльцу гелем с блестками. Но так и не делаю. Раскрашен фон. Недоделанная иллюстрация с заклинаниями. Разворот. Колодец. И вот тоже недоделанные горшочки. Что-то меня останавливает. Возможно, цвета неправильно подобраны, мне не очень нравится. И, по-моему, это не раскрашенной, недораскрашенной иллюстрации уже несколько месяцев. И, по-моему, все. Давайте покажу иллюстрации, которые я выбрала. В магическом доме очень хочу раскрасить вот этого зайца. Прям очень хочу. И, вдохновившись результатом портрета Айви, который я раскрасила для челленджа по раскрашиванию Джоанны Бесфорд, она у меня получилась просто красавица, хочу раскрасить какую-нибудь ведьмочку. Но возьму опять-таки попроще, потому что хочется все-таки раскрасить красиво, чтобы получилась такая же красотка. Вот выбрала вот эту ведьмочку, у нее маленькое лицо.
Или вот эту. Вот. И надо будет все-таки, раз уже я провожу челлендж по раскрашиванию Ханны Карлсон, нужно будет докрасить вот этот вот разворот. Не знаю, надо будет, наверное, только поменять цвета все-таки. Чё к чему, желтая с розовым бабочка. Вот. Здесь такие. Заколдованный лес. Здесь я выбрала. Опять-таки, вот эта ведьмочка с маленьким лицом. Посмотрю, какую из трех выберу. И очень мне хочется вот этого мышунделя раскрасить. Ну, возможно, корону. Я же люблю раскрашивать карандашами металлик. Можно схитрить и раскрасить золотыми карандашами. Добавить золотой акварельки. Будет все супер блестеть. И рыбу. Не знаю. Я рыб не раскрашивала, наверное, очень много месяцев. Или в прошлом году, или в начале этого года. Точно не помню, я закончила раскрашивать раскраску Джоанны Бесфорд «Затерянный океан», а там же 100-500 рыб, 1 000 000 тонн воды. И я так от этого устала, что я рыб не раскрашивала вот такой большой срок. Возможно, раскрашу рыбок давненько. Я их не красила. Вот такие иллюстрации я выбрала. Давайте приступим. Я решила начать с магического дома и доделать вот этот разворот. Я точно помню, что вот эта часть раскрашена карандашами мастер-класс. Не хочу раскрашивать в таком стиле. Хочу попробовать поменять цвета. Возьму свою любимую Берлинго Супер Софт. И начала уже раскрашивать цветок красным и розовым. Такой вот у меня тут карандашный беспредел. Не знаю, думаю, получится. Стеклянные подвески буду раскрашивать карандашами металлик. У меня набор карандашей с фикс прайс. Я взяла красный карандаш и черный. В заколдованном лесу раскрашиваю золотые короны с изумрудами. Я закончила раскрашивать корону. Хочу раскрасить еще одну иллюстрацию в этой раскраске. Буду раскрашивать вот такой замок. Начала раскрашивать с листочков. Выбрала 3 зеленых оттенка. Оливковый, спаржа и серо-зеленый. И еще одна иллюстрация в раскраске «Магический дом». Буду раскрашивать вот эту ведьмочку. Я выбрала именно ее. Она такая красотка. Но это, наверное, будет, скорее всего, последняя иллюстрация этого челленджа. Уже совсем осталось мало времени. Я тут расположилась. Вот у меня карандашики. Я выбрала несколько мятных, голубой и синий. Этими цветами буду раскрашивать ей платье. Ну вот. Челлендж по совместному раскрашиванию книг Ханны Карлсон подошел к концу. Я закончила. Я раскрасила все картинки, которые планировала. Пораскрашивала в двух раскрасках. И давайте начнем с заколдованного леса. Из самой простенькой иллюстрации. Здесь я раскрасила вот эти короны, как и планировала, карандашами металлик. Добавила немного золотой акварели. Золотые короны с изумрудами. И еще одна иллюстрация в этой раскраске. Вот такой замок. Раскрашен в ограниченной палитре. Раскрашен карандашиками Берлинго. Фон раскрашен акварелью «Белые ночи», «Сиреневое мерцание». Как мне нравится эта серия. Просто супер. Я люблю блестки. Мне очень подходит
Я очень довольна покупкой этой акварели. Пишите в комментариях, купили вы уже такую акварельку или нет. Солнце и камень раскрашены цветными карандашами. Поверх добавлена золотая акварель, золото инков. И получилось так. Все блестит, переливается. Я очень довольна этой иллюстрацией. Красота. И следующая книжка «Магический дом». Начнем со старенького, недокрашенного разворота. Я его докрасила. И я довольна результатом. В начале видео я говорила, что очень странное сочетание цветов на вот этой части разворота мне не очень нравилось. Но когда я докрасила разворот полностью, сделала акварельный фон, добавила брызги, мне стало все нравиться. Все красиво. Я довольна. Подвески раскрашены карандашами металлик. Ну, не сильно блестят. Это, конечно, не акварель мерцания. Но я довольна. Красота. И самая красивая иллюстрация этого челленджа. Вот такая ведьмочка. Какая она красавица. Мне очень нравится. Луна, на фоне которой она летит. Красивые рыжие волосы. И акварельные звезды. Сделаны золотой акварелью. Просто красотка. Ну и лицо получилось очень даже ничего. С каждым разом, мне кажется, у меня лица получаются все лучше и лучше. Как вы помните, вместе со мной раскраски Ханны Карлсон раскрашивали мои подписчицы. Вместе со мной поучаствовало несколько девочек, они прислали мне фото своих готовых иллюстраций. И сейчас вы увидите галерею из присланных фотографий. Девочки, огромное спасибо, что пораскрашивали вместе со мной. Было очень интересно с вами раскрашивать. Надеюсь, пораскрашиваем еще. Такая замечательная галерея у нас получилась. Все работы очень красивые. Пишите в комментариях, как вам такая идея совместного раскрашивания. А также пишите в комментариях, какого автора вы бы хотели пораскрашивать в следующий раз. Огромное спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы приятно провели со мной свое время. Для более динамичного общения подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я читаю все ваши сообщения и обязательно отвечаю. Мне нравится с вами общаться. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на Дзен, Рутюб или Ютуб. Кому где удобно меня смотреть. Уже совсем скоро увидимся в новых видео. Всех обнимаю. Пока!